Всех приветствую на канале. Сегодня буду снимать защиту двигателя. Ну и вот смотрите, сколько здесь снега, льда. Вот такие глыбы, которые я сейчас уберу. А то получается, что он тут начинает задевать, скрежетать. И такие звуки нехорошие появляются. Справа и слева имеются вот такие отверстия, через которые можно засунуть вот такую вот пластинку из пятерки с отверстием, и в отверстии нарезать резьбу под определенные болты, какие вы будете использовать. В общем, одно здесь отверстие, и другое отверстие вот это. 11 сантиметров с левой и с правой стороны, и по длине он получается 32 сантиметра. Угол должен быть 90 градусов, просто у меня она тут замята немножко. Что касается передней части, здесь тоже имеются отверстия заводские. И с этой же стороны можно также подсунуть прямоугольник, а тут отверстие и резьба. У меня десятка, шагом полтора. Ну и давайте уже по защите, по размерам расскажу. В общем, смотрите, по длине вся полностью она 75 сантиметров. И по ширине, по самой широкой ее части, 77 сантиметров. Я вот специально ее разделил так пополам и так пополам. Это чтобы ориентировка была. Здесь у нас 5 сантиметров. В глубину тоже 5 сантиметров. И еще вот здесь вот ребро жесткости тоже согнуто. Она здесь будет 6 сантиметров. С переднего края вот смотрите, какие углы. От вот этого же сгиба до конца защиты получается 68 сантиметров. Отверстия точно так же от центра, если мы будем смотреть, 14,5 сантиметров. До вот этого отверстия и до этого точно так же. Только они здесь сделаны продолговатые, чтобы отцентровать можно было без проблем защиту. Также здесь сделано ребро жесткости. Видите? До него 7 сантиметров. И тут где-то сантиметр подъема. Эти отверстия, в принципе, ни к чему. Они не нужны. Только через них грязь будет вся залетать. И уже вот эти отверстия у нас от края до центра. Также продолговатого отверстия будет 6,5 сантиметров. А от этого края до его центра получается 3 сантиметра ровно. Отверстия здесь засверлены на 70. Вот от этого сгиба до центра получается 33 сантиметра. А с этого края до центра получается 38 сантиметров. Отверстие вот это располагается, если по центру сделать отверстие, то 9 сантиметров от центра нужно отступить. Также вот эти вот края краев, они тоже немного подняты под углом, наверное, 45 градусов. Их вот эта вот ширина составляет 9 сантиметров, 16 сантиметров вот до этой стороны, и вот от этого угла получается до начала защиты 35 сантиметров. Толщина ее 3 мм. Осталось поставить защиту на место. Ну а на сегодня все. Я думаю, что эта информация будет для вас нужной и полезной для некоторых. И еще немного дополню. Вам нужно не центральное отверстие, вот это, про которое я говорил, а вот это второе отверстие. Так как центральное отверстие находится над гофрой, а сливное отверстие находится правее. И от центра центрального отверстия до центра вот этого сливного отверстия будет 12 сантиметров.
и находится оно на 3 сантиметра вперед. То есть смотрит туда, к морде машины, на 3 сантиметра. Я думаю, что не ошибетесь и нормально все просверлите. Или тут вырежьте квадратное, не суть важно. В общем, вот как-то так. Надеюсь, кому-то я помог в данном видео. Может, кто-то собирается делать себе броню. Ну, а я прощаюсь с вами. До встречи на канале. С вами был Евгений.